Как находить лоты, на которых легко зарабатывать от 100 тысяч рублей, смотрите в этом выпуске. Всем привет! Меня зовут Артур, я являюсь инвестором и успешным учеником Академии торгов по банкротству. Существует такой миф, что все имущество на торгах по банкротству – это полный хлам. На фотографиях все хорошо, а на деле полный мусор. Так вот, сейчас я вам докажу, что это далеко не так и это совсем не так. Я лично на своем примере покажу лот, который я сам лично осматривал, и покажу, как на нем заработать легко и быстро около 100 тысяч рублей. Поехали! А прежде не забудьте подписаться на наш канал, где вы увидите массу примеров того, как наши ученики зарабатывают от 100 и более тысяч рублей и делают это даже не выходя из дома. Итак, мы с вами на площадке RegTorg. Обращаю ваше внимание, перед подачей заявки обязательно проверьте свою подпись на наличие работоспособности. На этой площадке действует отдельная электронная подпись. Продается у нас имущество Башнефтепромстрой, а именно вахтовый Урал 89 года. Начальная цена 78 тысяч рублей, последняя 39 тысяч. Я съездил на место, сделал фотографии. Давайте посмотрим. Вот так он выглядит, не обращая внимания на снег. Машина полностью комплектная, полностью в рабочем состоянии. Смотрите, здесь у нас двигатель КамАЗовский, турбированный, дизельный, что немаловажный факт. Будка в хорошем состоянии, колеса, резина. В принципе, все абсолютно пригодно для того, чтобы передвигаться на этом автомобиле. Также по запросу я получил документы от конкурсного управляющего. Видим, вот у нас ПТС-ка, 89-й год. Также есть свидетельство о регистрации, то есть полный пакет документов. Посмотрим, сколько стоят на рынке такие машины. На Авито я нашел вот такое объявление. Цена 180 тысяч рублей. В описании мы видим, что нет двигателя и раздатки, то есть разукомплектовано за 180 тысяч рублей. Наша цена 78 тысяч, то есть уже на 100 тысяч больше и даже в нерабочем состоянии. Запомнили. Далее я нашел вот такой автомобиль за 200 тысяч, видим в описании, что в рабочем состоянии, двигатель КамАЗовский ПТС оригинал. То есть по описанию, по внешнему виду похоже на наше транспортное средство. Соответственно, если мы приобретаем наш автомобиль на первом этапе, мы уже получаем как минимум 120 тысяч рублей прибыли. И самый дорогой автомобиль из всех представленных я нашел вот 88 года Урал за 450 тысяч. Не забывайте о том, что вы можете продавать свой автомобиль также в других регионах. Ведь в разных регионах цена зависит по-разному от состояния машины и от спроса. Вернемся к графику снижения цены. Обращаю ваше внимание, что это тот редкий случай, когда на начальном этапе цена намного ниже рыночной. И здесь уже не стоит дожидаться понижения цены. Соответственно, мы подаем заявку на первом этапе, даже если мы поставим с вами 100 тысяч рублей, исходя из того, что будут конкуренты. Соответственно, мы как минимум можем заработать уже 100 тысяч рублей. То есть вы видели пример, автомобиль за 200 тысяч. Соответственно, также выставляем цену, продаем легко и зарабатываем легко 100 тысяч рублей. А для того, чтобы также легко зарабатывать на торгах по банкротству, обязательно запишитесь на наш бесплатный мастер-класс, ссылка на который находится под этим видео, где вы узнаете всю самую полезную и необходимую информацию, которую вы больше не найдете нигде. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.